В городе Садонг, расположенном неподалеку от Пхеньяна, построены колоссальные агрокомплексы. Их цель – накормить овощами жителей северокорейской столицы. Вообще все корейцы, будь они из Республики Корея или КНДР, заядлые огородники, способные выращивать несколько десятков видов той же капусты для традиционного блюда кимчи. В этой области руководство КНДР по-прежнему держится за коллективный метод обработки полей и грядок. В Садонге все поставлено на широкую ногу. Несколько буквально километровой длины теплиц управляются отдельными кооперативами, которые постоянно борются за первое место на доске почета. Мы последовательно внедряем новые технологии в области земледелия. Когда что-то появляется на соседних фермах, то и мы пытаемся познакомиться поближе с инновацией и прикидываем, как увеличить отдачу с полей. Ферма славит образцово-показательной. Ее не раз посещали лидеры КНДР, включая и здравствующего ныне Ким Чен Ына. Работники агрокомплекса проживают поблизости от своих делянок в благоустроенном поселке, в котором дома оборудованы по последнему слову жилищно-коммунального северокорейского прогресса, включая энергосберегающие технологии. Юлия Глазкова, Виктор Сухотин, Александр Артамонов. Новости Большой Азии.